Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агати, и в этот раз я приехал в мой любимый район Тосмор. Здесь продается хорошая 2 плюс 1, квартира под ключ, у моря, у песчаного пляжа. Рядом есть хорошая инфраструктура. Песчаный пляж начинается с того моста и продолжается вдоль речки Дим. Вот 500 метров приблизительно речка Дим. Плавный вход моря. Так как втекает чистейшая вода с водохранилища, тут у нас пляж одна из чистых в Алании. Квартира находится прямо за этой дорогой, на втором этаже. Большая 2 плюс 1 с отдельной кухней, с двумя балконами и с двумя санузлами. По хорошей цене. Показываю дорогу. Рядом ресторанчики, как видите, первый ресторан. В той стороне второй ресторан. Вот такой песок. Также лесенки есть, выходите к дороге. До речки отсюда где-то 300 метров. Вот такой переход. Вот здание. Я вышел из перехода. И вот здание, которое было сдано в 2004 году. И шестиэтажное здание. Есть лифт. Маркет. Прямо за этим зданием сеть магазин «Шок». За тем зданием сеть магазинов «Мигрос». Супер локация. Все в шаговой доступности. Почта, Тосмора, аптеки, пекарня с правой стороны. До речки 300 метров. Ресторанчики. Здесь прям ресторан. Там много ресторанов. Ну, кто этот район знает, поймет, что хочу сказать. Есть пандус. Ключами вроде открывал. Вот такой вход. Есть лифт. Сейчас вызовем. Так как этаж второй, я в лифту не буду подниматься. Ну, лифт работает, все нормально. Вот тут лесенки и квартира напротив меня. Входим в квартиру. Хороший вариант. В будущем через 10, 20, 15, 25 лет, если это здание снесут, то на супер локации вам дадут новостройку. Тогда уже продадите подороже. Значит, здесь отдельная кухня, бытовая техника, холодильник Vestel, бэка, стиральная машинка, Samsung новый, микроволновка. Здесь у нас снизу фильтр для воды, мраморная столешница, бэка, духовка, плита, а также Альпина фирма вытяжка. Это первый балкон. Сторона здесь восточная, северная, а также западная. Спальня смотрит на западную сторону. Это у нас санузел первый, проточный водонагреватель фирмы Veito. Так, начну с гостиной. Большая гостиная комната, минимум 105 квадратных метров полезная площадь вместе с балконами. Минимум, может быть 108, может быть 110. Гостиная комната где-то у нас 25 минимум квадратных метров полезная площадь от стены до стены. Кондиционер инверторный, фирма Троник. Вид с окна на соседнее здание. Телевизор АВАКС. И на балкон я оттуда выйду. С двух комнат можно выйти на балкон. Хорошая планировка. Это первая спальня. Тут где-то полезна площадь 15 квадратных метров. 14-15. Да, 14-15. Этот кондиционер старенький, надо поменять на инверторный. Балкон застекленный. Есть кусочек вида на море, вот оно.
Шума от дороги нету, так как позади здания квартиры находится. Здесь у нас второй санузел полноценно с душевой кабинкой. Также есть вытяжка. Еще покажу все детали. И вторая спальня минимум где-то 15-17 квадратных метров. Полезная площадь от стены до стены. Так. Здесь я открою. Также окно все равно здесь некуда смотреть. Да, здание, море есть кусочек. Также электро у нас кондиционер. Нужно поменять. Что могу сказать? Вариант хороший. Редко такие квартиры есть, с отдельной кухней, большая, 2 плюс 1 с двумя санузлами, прямо у моря. Так что звоните, дорогие зрители. Так, дорогие, айда здесь 100-150 лир, так как есть только лифт. Цена квартиры 115 тысяч евро. Если когда-то его снесут через 15, 20, 25 лет, может 30 лет, то у вас будет хорошая квартира у моря, первая линия. Это тоже важно. На долгосрок хорошие инвестиции. Полномоченная компания. Звоните в любой момент. Покажем вам эту квартиру. А также у меня очень много хороших вариантов, которые я ролики не снимаю. Показываю всем на месте. Фотки отправлять. Возможно, отправляю кое-какие квартиры. Но желательно приезжать в Аланию. Поможем решить вопрос с переводом денег. Оформление от А до Я. Оформляем ТАПУ, проверка документов, проверка именно оформления электричества, воды. Также помогу адаптации и постпродажка, там мебель, бытовая техника. Просто могу направить вас. В основном я советую своим клиентам заказывать там, онлайн-магазин Trendyol, Hepsiburada, N11 и много того. А так можно оптом где-то здесь закупиться. Короче, отзывы про меня можете прочесть на нашем канале, на главной странице. Отзывы от тех, кто меня знает лично, а также наши клиенты, которые оформляли, покупали недвижимость или продавали недвижимость именно через нашу компанию. С вами была Гаси, Солнечная Ланя, район Тосмур. Всем пока-пока. Не забываем ставить лайк, майк, бабайк.